Я коротко хотел бы еще раз заслушать на сегодняшний день ситуацию с задержанными россиянами. Многие факты вы мне письменно доложили интересны. Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось, на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели, и задача следствия – выяснить эти цели. Единственное, очень прошу с военнослужащими обращаться аккуратно. Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты, им приказали, они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал. Поэтому молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. Так точно. И притом, когда я это говорю, вот я прочитал доклад, это точные данные сегодня. Документально подтверждено. Совершенно верно. И попытка там сейчас спрятать хвост в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда. Всегда, какие бы мероприятия мы ни проводили в Беларуси с участием российских военнослужащих, бывших, настоящих, будущих, всегда обращаются соответствующее ведомство в ведомство, и у нас разрешение только президент может дать на приезд военнослужащих, на посещение Беларуси. Техники, без техники, самолеты, вертолеты и так далее. Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывает серьезное сегодня подозрение те цели, которые себе группа намечала. И на вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в средствах массовой информации, вопрос не решим. Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда. Поэтому следствие ведет Следственный комитет, оперативное сопровождение за вами и милиции, да? Есть, так точно. Ну, вы подключаете людей, если вам нужно, оперативников. А мы работаем в тесном контакте. Да, если это нужно, подключайте, работайте аккуратно, но правда должна быть предъявлена обществу.